Наши глазные мышцы не способны искривлять хрусталик так молниеносно. Такой навык у человека был, но давно исчез. Все потому, что мы редко смотрим вдаль. А на свою добычу мы охотимся лишь в супермаркетах. Наши глаза все время упираются в какой-то предмет. Строится великое множество домов, машин, гигантское количество людей. Но я говорю про крупные города-мегаполисы. Раньше этого не было. Мы видели море, мы видели горизонт. И поэтому целлярная мышца, которая постоянно участвует в акте аккомодации, она ослабевает. Почему рекомендуют? Смотрите вдаль. Это и красиво, и приятно для глаза, но это еще оздоравливает наше зрение.